Итак, мы рассказываем вам сегодняшний репортаж о жизни Пиньяо. Город, который сейчас, особенность его в том, что туристов нет. Туристов нет, кроме нас. В гостинице больше никто не живет, и в других гостиницах тоже. И это прекрасно. Здесь открыты возможности для съемок любых исторических кинофильмов, а также видеоклипов. Чем мы, видимо, сегодня и займемся. Вот здесь сегодня особый день. Перед Новым годом можно получить пожелания от знаменитых пиньяоинских каллиграфов. Здесь можно взять листочек бумаги, и они тебе напишут «С Новым годом, с новым счастьем». И все эти толпы народа стоят в очереди, чтобы попасть к заветным вот этим волшебникам, колдунам. Олег, а вы пойдете к колдунам сегодня? Да, блядь, сейчас там очереди пойду обязательно. Ждите-ка, я пройду поближе надо. Как это происходит? Вон бабка уже написала. А потом они приклеивают у себя возле дверей. И все. И дом он как бы дарован. Удача, веселье. Сходи, вот сделай себе такую, на офисе повесить. Я полюблю себе такую колдерею, потому что я ёбнулся. Конфуция. Первый удар за мир во всем мире. Второй.
рукой, за удачу и зарплату высокую. Третий за позиции в обществе зашибательские. Четвертый за здоровье великое. Пятый за партнера хорошего. Шестой хрен его знает за что. А первый удар барабана за Гоншень, второй за Юрен, третий за Юниши, четвертый за Танхуа, пятый за Баньян, шестой за Жинжуань. Много раз уже ударил. У меня работа, блядь, такая. Барабан не был. Смотри, все три дома. Вон с зелеными крышами, с красивыми. Вот такие вот, чтобы были, вот такие. Вот это было бы охуенно. Надо написать им в отзывах. Чмошники. Вон, блядь, дом, видишь, с крышей пиздец. В храме божества города Пиньяо располагаются статуи всех знаков китайского гороскопа. Таких, как петушок, обезьянка, год, который наступает уже очень скоро, козел, дракон, змея, лошадь, ну и все остальные. По этой приступочке старички обычно переходят. Ну и я. Чем дальше, тем красивше. Все привязывают ленточки. А там стол, ну, где сидит начальник. Не пьет. Я что-то собираюсь это пить. Закатай. А из без запивки? Да. Это водичка? Мы тоже найдем ничего. Ёб твою мать. Что, правда? 53 градуса. 53 градуса. 100%. Дорогой друг, только что Олег приобрел самый важный сувенир в Пиньяо. Это вилка. Грязная немножко вилочка. Всего лишь за 500 рублей. Но теперь он счастлив, потому что ему не придется есть палочками. Самое главное, бери с собой всегда эту вилку. Лучшая покупка. Сувенир из Пиньяо. Пойдемте прогуляемся по улице, тем более там моя собачка где-то бегает. Вон. Так он переходит. Так, оп. Смотри.